Ιδιώτην. Ωραν βούλη. Лучше не привлекать внимания. Это не дом. Тут создали военный лагерь.
Andy! What up? Tibi Abe! Tibi Manere! Si reversos fueris! Conemo pro amici! Sister! Set sanguinum! A sepulcrum! Это не солдаты. Крестьяне. Черепа да сломанные кости. Планы. Они готовят слонов к битвам? И оттачивают их навыки на крестьянах? Клянусь богами, эта тварь огромна. Он должен быть невероятно силен. На одну эту упряжь ушла целая корова. Адиди! Сохранят тебя Бог. Саэв анг чум хэйу! Исида, Гор, Серапис, Анубис! Быстрее! Молитвы потом! Кто-нибудь знает Иусинеба? Что? Это я! Спасибо. Я следил за римлянами и по глупости попался к ним в плен. Они не люди. Превращают слонов в кровожадных убийц. Заставляют бедных животных топтать пленников. Представляешь? Сможешь выбраться отсюда? Конечно. Надо все рассказать Аполлодору. Чару. Здравствуй, Меджай!
Стой, уже! Нашел! Oi, tis meisonos Afrosinis. Ti pleon meusi ora. Это что ещё такое? Ah, and what are?
Сюда меня не пустят. Под дверью лужа крови. Убитые крокодилы в Крокодилополисе. Боги, это подпольная кожевня. Их развесили как белье. Вот почему дверь заперта. Тайное богоубийство. Мумии набиты золотом и ценностями. Куда их везут? Судя по меткам, это судовой груз. Мумии – жалкие поделки. Мерзкое богохульство. Горы золота. Кто-то неплохо на этом зарабатывает. Кто-то убивает крокодилов и мумифицирует их. Недолжным образом. Чудовищное святотатство. Контрабандисты используют мумии как мешки. Набивают золотом и увозят тайком. Мамон. От одного запаха воротит. Я убью их. В Египте нет преступления страшнее. Нужно положить этому конец. Я выясню, куда отправляют мумии. Неподалеку должен быть порт. Высыпет! Арсуча! Эй, ты хочешь скорее сдохнуть? Нужно спасти его. Но ведь так нельзя! Нельзя! Убить... Зараза! Мне надо было бежать, но теперь же поздно. Но дела ждут. Отважится иметь с нами дело, пожалеет. Я не хочу этого делать. Меня не должны здесь заметить. Спасибо, Меджай. Ты спас мне жизнь, но, к сожалению, страшное зло уже свершилось. Я видел кожевню и мумий. Я знаю, что делают с крокодилами. Так значит, видел? О, Себек, это просто немыслимо. Я Падиасет. Я служу в храме к югу от города. Прости. Я должен идти. Мне нужно помолиться. Молитвой здесь не обойтись, жрец. Надо действовать.
Я видел метки на мумиях. Похоже, их возят по воде. Вот как? У нас есть трирема. Она ходит на юг по торговым путям. Делай, что должно, Миджай. Храни тебя, Себик. Но прошу, довольно кровопролития. Кровопролития не избежать, как ни крути. Надо найти грузовую ведомость. В ней написано, куда везут мумии. Тебя, а потом убью. Эй!
Что ты? Кирия, осторожно! В опасности! Прямо
ведь? Откуда это? Тебя и прирежу. Мне очень нужно. Стой! Что ты? Зараза! Сейчас подстрелю! Буду стрелять! От меня не уплывешь! Беги! Обезьяна! Сбежать хочешь, но уж нет. Мумии стали такими тяжелыми, видимо, даров все больше. Золото уже не помещается в эти тушки. Мне кажется, что это святотатство. Не могу поверить, что жрецы согласились на это. Зато храм смогут расширить, и мы станем богаче. Влияние Себека растет. Что еще надо? Устает, вот да? Ты где! Тревога! В бой! Умри, ничтожество! Грузовая ведомость. Груз для лагеря у Трирема на мели, что на западе. Зачем жрецам сотрудничать с солдатами? Нужно отп... Эй, ты! Стоп! Что ты? Попробуй это! Мне нужна ваша помощь! Я чудом выжил! О,
Красиво добил! Спасибо! Только глупец бросил бы тебе вызов! К оружию! Тревога! Подъем! Нужна помощь! Никто не сравнится с ним. Мне нужна ваша помощь! Против тебя нет шанса. Твой час пробил. Выдыхаешься? От меня не уберешь! На куски порву. Проклятая обезьяна! Ага! Вот он! Стреляйте! Подъем! Нужна помощь! Вот ты где! Проклятая обезьяна! Надо проучить кое-кого как следует. Я с тобой, друг. Вместе мы все сможем. Что? Мне что это ты... не нравится. Не убежишь. Надо было бежать, но теперь уже можно. Беги! Вот ты где! Вот ты где! Ты не убежишь! Умри, ничтожество! Что? Лагерь у Трирема на мели. Пожалуй, стоит начать поиски с шатра капитана. Yeah.
Стрелял. Эй! Лови! Переписка капитана и жреца. Я был уверен, что священные крокодилы ручные. Не знаю, как это случилось. Пицухас никогда ни на кого не нападал. Его глаза покраснели. Ты видел? Неужто Себик в гневе? Нек. Даже боги отвернулись от нас. Где сейчас Пицухас? Наш жрец Сихитеп увел его в бассейн внутри храма. Впервые вижу его таким. Сихитеп? Вряд ли это совпадение. Тут явно что-то не так. Осмотрю бассейн, где держат крокодила. Увидят, сразу накинутся. Подобными на юге, где усилены меры безопасности. Безопасность для всех. После убийства греческого торговца в бедных кварталах были приняты новые меры безопасности. О!
Лахехмено. Ну, не схеде. О, боги! Это безумие. Что? Тебе конец. Что ты? Вот ты где! Зараза! Эй! Жреца нигде не видно. Пицухас беспокоится. Лучше оставаться в тени. Зловонная жижа. Даже глаза режет. А, Нек. Кого-то ранили рядом с бассейном. Он поднялся по лестнице. Туша зверя. Обглодан, но не съеден.
Oui. Τις μίζωνος αφροσύνης. Деяние жреца. Все в крови. Его владелец был тяжело ранен. Следы ведут наружу. Убит крокодилами. Что он здесь делал? Этот человек отравил крокодилов. Он выполнял приказ некой Мелины Гибискус. Чудное имя для убийцы. Ее можно найти в порту Неориона, на юге. Кто посмел поднять руку на Бога? Я разыщу преступницу. Ιδιώτην, ώραν βουλήμι τη μηχανέ στενή να εξελέχθει. Μουρία παρασκευάσματα που τα έχουμε. Τι πράξονιν. Надо посмотреть. Что ты? Защищайте Кирия. Конец. Я на месте. Гибискус должна быть где-то здесь. Найти женщину среди солдат Птолемея нетрудно. Эй! Thank you.
О! Да что с тобой? Что ты? Выдыхай! Вот ты где! Должно быть, это она. В лиловом платье. Ха. Словно цветок гибискуса. Опасная женщина. Гений, но злой. Снова Сихитеп. Всюду сунул свой нос. Он становится настоящей проблемой. Жрецы устроили спектакль. Хотя бы с крокодилами все будет в порядке. Я должен сказать стражу. Ni keni se jerie cha a cha a iena keni oh va kecht mir no nun es hede Oi, Chere. Bo! Από το Σάρνα. Τι συμβανέστη! Παιδες, λέξον μη! Oi, τις μέιζονος αυτοσύνη. Видели его глаза? Что-то не так. Он болен. Страж Себека. Болезнь крокодилов не знамение богов. Их отравили, но они поправятся. Отравили, ты уверен? Но кто? Виновных нужно казнить! Вини в этом жреца Сихитепа. Он хочет получать больше подношений. Что? Сихитеп – десница Себека! Он не мог так поступить! Как ты смеешь так говорить? О, жрецы! Никогда не изменяйте убеждениям! Я рассказал правду!
Боги рассудят, как ты поступишь. Подиасет должен об этом узнать. Едва ли ему понравится. Сэп, Тенкеку! Мурияс параскевазмата тута эсти. Айо хайят! Харунахе бати! С дороги! Эй, это что? Мы сильнее! Сиджирье. Что? Прочь! Прочь! Десерт на Джеру! Папа-папа-папе! Опия! Не есть! Сухай! Эй, тут Эрт! Кохерти, а? Что? О, боги! Что произошло? Да найдете вы путь в земли Дуата! Да будет Себек милостив к вам и сочтет мат достойными. Дуа Себек, Себек исцеляющий, несущий зеленые перья, бог водной пучины и сын сияющей богини. Прости нам наши слабости. Меджай! Опоздал. Люди Сихитепа пришли за мной. Вот как. Неплохо для миролюбивого жреца. Я не всегда был жрецом. Я думал, все это в прошлом. Мы с Сихитепом вместе обрели веру. Вместе пришли в храм. Я знал, что он страдает так же, как я. Но я должен его остановить. Не пятнай себя кровью. Хотя бы ради культа. Жрец с оружием не лучшее зрелище. Я сам справлюсь. Ты прав. Ты найдешь его в северном храме. Встретимся снаружи. Субтитры сделал DimaTorzok.